Год и 3 месяца в младшей группе. Активный мальчик, жизнерадостный, речь понимает. Сам еще не говорит пока? Начинает потихоньку, начинает ходить самостоятельно. А что он начинает говорить? Какие слова? Мама, папа. А мамой кого он называет? Всех воспитателей кого? Ну, кто с ним работает. Все по-разному начинают ходить. То есть, получается, ему почти 1.5 года, он делает первые шаги, да? Ну, он сходит, но боится еще чуть-чуть. Как только ребенок с утра просыпается, с ним надо заниматься. А тут у нас не получается, у нас много детей. Во время съемок нашей программы Русланчик вот такой вот был очень серьезный, и казалось, что он даже немножко грустит. Воспитатели говорят, возможно, это действительно так. Он немножко напугался съемочной группы, достаточно непривычный процесс. А еще он очень хочет кушать, подошло время обеда. Да, Русланчик? Кушать пойдем сейчас, да? Кушать пойдем. Да. Аппетит у него хороший. У нас сейчас должен быть обед. Что он будет вот сейчас есть? Первое и второе. То есть суп и что-то мясное? Да, мясное. Пюре еще пока дается? Или и как? Фарш. И фарш. Давай покажем, где. Вот зеленые листики. Пойдем посмотрим листочки. Смотри, Русланчик. Да, вот листочек. Вот смотри, какие листочки. Видишь? Видишь, какие листочки? Зеленые листочки. Где листочек зелененький? Покажи. Вот зелененький листочек. Да, дерево. Опа. Бери. Ну, поехали. Давай, давай, давай. Поехали, поехали, поехали. Крепче держись. Крепче. А еще педагоги нам сказали, что Руслан вообще, в принципе, очень спокойный ребенок и очень уравновешенный. Вместе с тем он очень любит играть в машинки, заводные игрушки или если вдруг зазвучит музыка. Да? И нравится ему еще вот эта вот юла. Вот она как крутится. Дай мне мячик, давай. Дай мне мячик. Дай мне мячик. Держи. Держи теперь, ты молодец. Давай. Русланчик, ну все, теперь я должна тебя вернуть в группу, там время обеда, и ты тем более сам проголодался уже, да? Пойдем, пойдем, всем помашем ручкой, помашем ручкой, помашем ручкой. До свидания, Сейчас тебе дадут супчик, сейчас тебе дадут мяско, да, Русланчик? Супчик, мяско будешь кушать, компотик будешь пить, да, мой хороший? Компотик попьешь. Всем пока.